Всем привет, дорогие друзья из солнечной Алании. Сегодня мы с вами продолжаем поход по магазинам Алании, в которых продается красивая, качественная и недорогая одежда производства Турции. Сегодня мы пришли в магазин женской и мужской одежды ТОК, который находится в самом центре Алании. Многие из вас знают этот магазин. И магазин ТОК находится совсем недалеко от центрального перекрестка. Смотрите в описании к этому видео все ссылки на карту и на контакты этого магазина. Ну а сейчас давайте пройдем внутрь, и я вам покажу все самое интересное и красивое. Дорогие друзья, добро пожаловать в магазин ТОК, в мир прекрасных и красивых вещей. В этом магазине продаются вещи, начиная от базовых футболок, например, вот такого плана. Все вещи, которые продаются в магазине ТОК, являются вещами производства Турции и наивысшего качества. Например, цены на базовые футболки начинаются от 140 лир. Также в этом магазине продаются летние футболки, летние платья, классические платья, нарядные платья. Здесь вы можете найти большой выбор классической одежды. Многие из вас спрашивали у меня, где же в Алании купить качественную классическую одежду. В магазине ТОК есть классическая одежда и для мужчин, и для женщин. Дорогие друзья, Несрин Ханым работает в этом магазине уже более 15 лет, да? Да, я жду вас. В описании к этому видео есть ссылка на карту, где находится магазин, на социальные сети, номер телефона. Обязательно приходите, покупайте, и Несрин Ханым уже настолько профессионал в своем деле, что как только вы зайдете в магазин, она сразу поймет, что подойдет именно вам. Обязательно, обязательно. У нас есть очень много видов платья. Это марка Нурдан, 589,90. С 500 лир начинается. Такое классическое тоже. Сарабелла марка. Классическая, очень модная. Хорошо ее продаем. Это стоит 999,90. Тоже Нурдан. Она стоит 850 лир. 1000 лир, 999. От 38 размера начинается до 52. Новая тоже модель. Она стоит, сейчас я вам скажу, 2000 лир. Цвета есть еще вот такой цвет макрокавана. Это стоит 2500 лир. Это комбинезон макрокавана. Она стоит в лирах, я вам скажу, 2300 лир. Комбинезон. Это экспрессион. Оно стоит 1000 лир. Это стоит 1100 лир. Вот смотрите, оно есть в белом цвете и в таком. Начинается от 38 размера до 50 размера. Макрокавана. Оно стоит 2300 лир. Оно есть в трех цветах. Темно-синий, парламентный, красный и болотный цвет. Оно стоит 2500 лир. Тоже макрокавана. Оно стоит 2300 лир. В черном цвете есть, розовом. В четырех цветах. Тоже макрокавана. В основном макрокавана у нас. С этой фирмой работаем. Expression и макрокавана. Это стоит 2750 лир. Пудра цвет. Оно вот так, смотрите, вот спущенный рукав. Это стоит 3999 лир, около 4000 лир. Темный синий цвет, визоновый цвет, он в двух цветах. 1650 лир. Вот смотрите, тоже ручная работа, камушки.
Нурдан. Оно стоит 689,90. Размер от 38 начинается до 42. 850 лир. Бордовый с черным. Страплес. Она стоит 850 лир. Альфабетта. Она стоит 2500 лир. Вот рукав, смотрите, здесь вот с манжетом вот такой. Магазин ТОК расположен на двух этажах, и на нижнем этаже представлены классические модели, мужские костюмы, пиджаки. Огромный выбор, начиная от очень-очень нарядных смокингов и заканчивая повседневной одеждой. Также, друзья, здесь есть и верхняя одежда, мужские куртки и пальто, и женские пальто на осень, весну и теплую зиму. Как мы вам и говорили, все вещи производства Турции, и вы также можете приобрести, вот, например, такие классические пальто. Есть разные цвета, темно-синие, бордовые. Если вы любите что-то более интересное в виде пончо, тоже такие модели есть. И, например, вот такие вот очень удобные классические пальто. Размеры есть самые разные, поэтому обязательно приходите, смотрите и мерите. Самое главное, когда вы покупаете какие-либо вещи, если вы видите какую-то вещь на вешалке и вам кажется, что она, ну, может быть, вам не очень подойдет, обязательно примерьте. Если вы в чем-то сомневаетесь, то по своему опыту могу вам сказать, что это, возможно, 99% именно то, что вы ищете. Здесь огромный выбор разных платьев со стразами, с вырезами, с цветами. Но и самое главное, что многие из вас очень любят, это классические варианты. Посмотрите, казалось бы, обычное черное платье, но настолько красивые детали, и оно очень-очень красиво будет смотреться на фигуре. Вы можете выбрать как вечерние платья, очень спокойные, без каких-либо изысков, изъянов, но очень красиво задрапированные. Например, вот такого вот плана, опять же, черное красивое платье. Здесь есть невероятно красивые белые платья, которые, кстати, могут быть использованы и как, например, свадебные платья. Вот, например, одно из таких платьев, например, идеально подойдет на свадьбу. Посмотрите, как оно красиво смотрится. Есть платья со стразами. Посмотрите, ну, чем не красивое, идеальное свадебное платье. Приходите, меряйте, выбирайте. Цены здесь приемлемые. И самое главное, цена соответствует качеству. Посмотрите, какая красота. Ну и, конечно же, это платье в дальнейшем можно использовать, надевать на какие-то мероприятия. Кто любит кружево, посмотрите, какое красивое платье, тоже подойдет и на свадьбу, и на какие-то торжественные мероприятия. Тоже новая модель. Османский мотив. Оно стоит 1875 лир. Живанна 1550 лир. Оно в двух цветах. Сиреневый цвет есть. Живанна. Оно стоит 2000 лир. Смотрите. Оранжевый цвет. Экспрессион. Стоимость 1625 лир. Оно есть и в черном цвете. Потом желтый вот тоже. Вот смотри, модель у нее. Спинка открыта здесь. Тоже новая модель.
Очень классная. Expression. В одном цвете, парламентный цвет. Оно стоит 1000 лир. И, конечно же, для тех, кто любит блестки, друзья, здесь просто рай. Почему? Потому что представлены абсолютно все цвета. Если вы любите что-то синее с золотым переливом, чисто золотые, серебряные с таким розовым отливом, вот такого плана розово-зеленые. Выбор просто огромный. Даже если вы любите что-то более спокойное, смотрите, какая красота. На самом деле это платье будет смотреться просто шикарно на любой фигуре. Здесь есть и блестки, и вот такая вот, и кристаллы. В общем, красота просто невероятная. И эти платья представлены в двух цветах. Также есть вот такой вот красивое розовое с красноватым отливом. Ну и более спокойные варианты, например, вот такое вот черно-бордовое платье. Все зависит от вашего вкуса. Если вы хотите, вы можете также приобрести. Посмотрите, какая красота. Казалось бы, простое черное платье, но вот эти вот цветы придают, ну, какой-то такой нежный оттенок этому платью. Оно без лямок. И смотрится, мне кажется, очень красиво. Это, кстати, один из моих фаворитов. Стоит это платье 1100 лир. Мужские костюмы есть, офисные. Смокины есть. Цвета черный. Вот смотрите, сиреневый. Сиреневый, он в комплекте. Жилетка идет, брюки. Вот офисный костюм, он в двух цветах. Сиреневый, темно-сиреневый и вот коричневый. Такие курточки баллоновые. Они начинаются от 1300-1500 лир. Размер от 48 до 52. У нас в продаже в магазине все турецкое. Другого вы не увидите. Отдельные пиджаки продаются, блейзер, отдельные пиджаки. Пиджаки начинаются от 1400 лир. В этом магазине представлен огромный выбор мужских костюмов, пиджаков, брюк и, конечно же, верхней одежды демисезонной или на осень, на весну или на теплую зиму. Вы можете выбрать как куртки, так и какие-то интересные варианты пиджаков. Например, есть комплекты, пиджаки с брюками, темно-синие, коричневые, светло-синие, с таким вот фиолетовым оттенком. Ну и, конечно же, большое количество разных брюк, от самых маленьких до больших размеров. Все эти брюки из натуральных тканей. Есть классические, полуклассические, повседневные и даже джинсовые брюки. Поэтому обязательно приходите, меряйте, смотрите все эти вещи производства Турции и качественно сделанные, которые вы будете носить долго и с удовольствием. Новые модели. Цены начинаются от 2500 лир. Джинсовые брюки есть классические, 100% хлопок. Отдельные брюки. Брюки начинаются, цены от 470 лир. Вот, классические офисные варианты мужские рубашки. Есть и однотонные, и клеточные. Все в длинных руках. С короткими рукавами нету, сатиновые. Катон 169,90 лир, начинается до 550 лир. Умберто, которые экономные, это марка Умберто. Санфа есть, вот смотрите, маечки.
они начинаются от 230 лир. Тоже от 600 лир начинается до 1000 лир. Вот, смотрите. Вот еще такой модный я вам покажу. Вот, смотрите, комплект это. Каждодневные. 770 лир. В трех цветах есть. Это офисный костюм. Вот, смотрите, с пиджаком. Стоимость его стоит 1950 лир. Юбки-карандашики, офисный вариант. От 250 лир начинается. Размер с 38 до 60 размеров. До 60. Офисный тоже. На мероприятие офис. Это уже по вашему выбору. Карандашиком брюки есть. Белого цвета, черного цвета, синего цвета, офисные варианты. Вот это темный синий, карандашиком идут. Размеры от 38 до 60. Чисто турецкая. Шорты, катон 100%. До 60 размера, так что в размере не сомневайтесь. Вы можете только у нас купить. Брюки стоят 400 лир. Нашему магазину уже 52 года. Представляете, мы продаем только классику. Вот, смотрите, размеры от 40 до 52. Бюстгальтера в комплекте. Цвета с белого, темно-синий, коралловый. Потом есть вот сатиновые халапеньюары. Пижамы, цвета есть, любые цвета, 369 лир, от 350 начинается до 550 лир. Потом вот смотрите, я вам покажу вот этот комплект, он очень хороший, и тоже, вот смотрите, здесь 6 предметов, вот это пеньюар, пижама и с шортиками. Оно стоит 1000 гюпюр, 1300 лир. Дорогие друзья, магазин ТОП уже существует более 52 лет и был открыт в 70-х годах в самом центре Алании. И до сих пор этот магазин предлагает своим клиентам качественный сервис и, самое главное, красивые и качественные вещи производства Турции. Али Бей, один из владельцев магазина, сейчас нам расскажет о том, какие марки продаются в этом магазине. Biz iki kardeşiz. Ben ve abi. 1970 yılında açtık mağazayı. 52 yıldır. 52 yıldır hedefimiz hep en büyük, en üst kalite ve tamamen Türk malı. Hiçbir dışarıdan ithal malı yok. Gerçekten pamuk, neyse yünlü, ipekli gibi değerli şeyleri satıyoruz. Hepsi değerli şeyler. Hep Türkiye'nin ünlü markaları, en iyi markaları sunuyoruz. Hiç çizgimizden sapmadık. Hep aynı çizgide devam ediyoruz. 53 yıllık bir 53 yıllık bir tecrübeyle. Друзья, до встречи! Да, добро пожаловать в Аланию, в магазин ТОК. Приезжайте в Турцию, в Аланию, покупайте качественные и красивые вещи по приемлемым ценам и, самое главное, носите их с радостью и с удовольствием. Мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх, приходите в магазин ТОК. Все будьте здоровы! Будьте здоровы, мы любим вас! До встречи! Всем всего хорошего, пока-пока!